Деревня Ситенец небольшая, всего 18 жителей. По первому звуковому сигналу сельчане спешат к центру. У автолавки выстраивается очередь. Строго по расписанию, в определенные дни и часы. Магазин на колесах привозит свежие продукты. Мясо молочное, рыбу, хлеб, бакалею. На прилавках все, что необходимо для жизни. На площади всего в 17 квадратных метров представлено более 100 позиций. От кулинарии, продовольствия до бытовой химии и промышленных товаров. Скоропортящиеся продукты хранятся в современных холодильниках. Все 5 автомагазинов у нас оснащены кассовыми аппаратами, платежными терминалами и встроенными витринами для продукции. Ассортимент у нас широкий в автомагазине, как продовольственной группы товаров и непродовольственной. Дополнительно мы принимаем предварительные заказы от населения и своевременно их исполняем. Дополнительная оплата за доставку продукции не берется. Наши автомагазины обслуживают каждую деревню 3 раза в неделю. Заказ предварительно принимается и выполняется через день. То есть на 2-е сутки заказ уже выполняется. Каждый день автолавки Солигорского райпо колесят по всему району. В маршруте несколько деревень. В зависимости от количества населения 10, а то и 15 населенных пунктов. Широкий ассортимент и приемлемые цены. Такой автомагазин почти ничем не отличается от обычных. Только работают здесь всего 2 специалиста – водитель и продавец. Солигорский хлебозавод завозят регулярно. У нас постоянно свеженький хлеб. Вот, например, у нас ассортимент большой. Батон сдобный берут. Есть батоны с изюмом у нас хорошо берут. Хлеб пшеничный. Он наш Солигорское райпо, ну, продает от его кондитерский цех нас опускает. Людмила Велько не просто продавец. Нужно быть в курсе всех событий страны. Найти время на разговоры, ведь автомагазин – это еще и площадка для обсуждения новостей. Автолавка приходит постоянно, регулярно, всегда свежие продукты. Все, что люди заказывают, всегда все есть. Коллектив хороший. Я считаю, у людей тут жалоб, претензий никаких нет и не должно быть. Постоянно, регулярно вовремя приезжают. Так что народ доволен. Сегодня в райпотребкооперации работает 5 автомагазинов. И это не просто выездная торговля, а социально значимая работа. Ведь автолавка в любую погоду приедет даже в самую отдаленную деревню. Будь там всего 1 житель. От бесперебойной работы Солигорского райпо в районе зависят жители 81 малого населенного пункта.